не только для того, чтобы приветствовать всех у вас. Дело в том, что несколько месяцев назад у меня был перелом ноги, в связи с чем мой лечащий врач недавно допуск выступает сегодня на этом ринге. Но знаете, я с ним категорически не согласен. Я чувствую, что я полностью восстановился, и я готов драться. Я готов вернуть себе свой титул чемпиона Москвы, а уже после этого завоевать главный титул независимой федерации рестлинга. Прямо в